сегодняшнего нашего телемоста это визит господина Лаврова в Ереван и более широко нынешняя фаза армяно-российских взаимоотношений, я бы этот визит назвал бы плановым визитом в неплановое время. То есть визит был плановый, он был намечен заранее. Это обычный визит министра иностранных дел Российской Федерации в Армению. Время от времени такое происходит. Но то время, которое сейчас в регионе, оно не совсем обычное. Я имею в виду тот фон в основном армяно-турецкого процесса, процесса армяно-турецкой нормализации, можно назвать это попыткой нормализации взаимоотношений. Только что, буквально несколько дней назад, 12 января, Конституционный суд Республики Армения счел эти протоколы соответствующими Конституции Армении, то есть они могут выноситься на ратификацию в парламент Республики Армения. Ожидается внесение на ратификацию турецкого парламента эти протоколы, то есть период и напряженный, и интересный, я бы сказал. Недавние события в дипломатической сфере дают нам основания смотреть в будущее с определенным оптимизмом. Российско-армянские отношения между Россией и Арменией традиционно как были хорошими, так хорошими и остаются. И очень радует, что сделаны какие-то первые шаги по нормализации, по восстановлению или по установлению добрососедских, взаимовыгодных отношений между Россией и Турцией, между Арменией и Турцией. При том, что российско-турецкие отношения, в свою очередь, вполне хорошие, и никаких серьезных проблем этих отношений не затрудняет. У Армении, на мой взгляд, есть три проблемы, разноплановые, и проблемы, которые не должны увязываться между собой. Это самое важное, конечно, установление нормальных отношений с Турцией, чтобы Армения имела экономический, транспортный, социальный, культурный выход в Европу, которого она, к сожалению, пока не имеет в должной мере. Нормализация армяно-азербайджанских отношений с каким-то взаимоприемлемым решением проблемы Нагорного Карабаха. И третий, не столь важный, но очень муссирующийся в публике с определенными журналистскими кругами, публицистами вопрос, это так называемый геноцид, армяно-турецкий геноцид, который я не буду сейчас определять сущности этой проблемы, истории ее возникновения. Об этом есть много очень разных точек зрения, и проблема эта еще нуждается в дальнейшем изучении. Но самое главное, что эти три вопроса разной степени важности, но, в общем, важные, тем не менее, все три вопроса, не должны связываться между собой, как говорится, и как любит, по-моему, наш премьер-министр говорить, котлеты отдельно, а мухи отдельно. Ну, я думаю, что вот этот визит Лаврова, он снова поставил некоторые акценты, которые уже ставились Россией. Акцент на том, что вопросы Нагорного Карабаха и вопросы отношений между Арменией и Турцией должны быть разделены. Это совершенно разные вопросы, не надо смешивать их, класть их в одну кучу. Конечно, это разделение и вот это движение в сторону улучшения отношений между Арменией и Турцией, оно дает и новые вызовы, и новые возможности.
вызовы, то есть риски, они тоже есть, конечно. И для Армении, и для России. Ну, для Армении понятно, что это вызов, это вопрос геноцида, вопрос диаспоры, вопрос оппозиции и так далее. Все это есть, безусловно. Для России вызов тоже есть. Если будут отношения между Арменией и Турцией нормализованы, в общем-то, исчезает необходимость нахождения российской военной базы в Армении, по большому счету. Ради чего она будет находиться, собственно говоря? Кого он будет защищать? Но я думаю, что этот вопрос, он как подается решению все равно на базе наших хороших двусторонних отношений. Какие-то формы могут быть найдены, устраивающие все стороны. Турция хочет стать ведущей страной в регионе. Но при этом Турция хочет разделить эту функцию с Россией. И Турция всячески подчеркивает свое стремление считаться с интересами России. Турции здесь не нужны ни Евросоюз, ни НАТО, ни США. Пожалуйста, вопросы из Еревана, прошу. Ваши эксперты российские уже отметили, что в последнее время улучшаются отношения между Россией и Азербайджаном, не секрет, и в энергетических, и других отраслях. Может ли это как-то повлиять на то, что Россия начнет оказывать давление на Армению, в том числе в вопросе определенных уступок по Карабахскому конфликту? Спасибо. Развитие отношений с Азербайджаном, да, в интересах России, в этом нет ни малейших сомнений. И в этом нет абсолютно ничего зазорного, и каждый разумный человек, мыслящий даже исключительно армянскими категориями, должен это понимать как вещь совершенно... Это два государства, два соседних государства. Так сказать, Азербайджан 200 лет находился в составе Российской империи, Советского Союза там, и так далее. Вполне естественно, так сказать, стремление, так сказать, Российской Федерации и Азербайджанской Республики развивать отношения между собой, так сказать, так, взаимовыгодные отношения между собой. Поэтому тут надо избавиться вот от какого-то ревностного восприятия этих вещей. Потому что именно вот это ревностное восприятие и порождает. А не породит ли вот это, так сказать, то-то и то-то, так сказать, что вот Москва начнет давить, так сказать, на Ереван. Москва отказалась от того, чтобы участвовать в давлении на стороны этого конфликта давным-давно. Это сказано было, декларировано не раз. И, так сказать, в рамках Минской группы об этом тоже говорится, что... стремление всех, кто посредничает, кто содействует урегулированию этого конфликта, все стремятся к тому, чтобы сами армяне и азербайджанцы нашли взаимоприемлемые компромиссы. Вы на это скажете: нет, это невозможно. Очень даже возможно. Но для этого надо отказаться от крайних полярных позиций, которые, так сказать, стороны занимают в настоящее время. Могут ли повлиять потепление российско-турецких отношений на урегулирование Карабахского конфликта? Спасибо. Москва, мы начнем, наверное, отвечать сначала, да? Да, конечно, пожалуйста. Если под урегулированием Карабахского конфликта вы имеете в виду не процесс, а результат, то нет. Не могут. Карабахский конфликт не находится в таком состоянии, в котором он может быть решен быстро, в результате соглашения двух сторон, даже столь серьезных, как Армения и Турция, или даже Россия и Турция. Если же вы имеете в виду процесс, то есть все рамки вокруг Карабахского конфликта, которые существуют, ну, все в этом мире взаимосвязано, и понятно, что такого рода изменения в регионе, а это серьезные изменения, которые могут за собой повести изменения коммуникационно-транспортного характера, изменения места различных стран в регионе. Совершенно справедливо говорилось в московской аудитории о том, что место Грузии в регионе может измениться. Изменение энергетических проектов уже Набуко подвергается очень серьезной эрозии, изменению места внешних стран в регионе и так далее, это не может не повлиять на то, каким образом будет развиваться, ну, скажем так, ход процесса вокруг Карабахского конфликта.